Страна великих дворцов, изысканных мечетей, караван-сараев, в которых некогда останавливались путники Великого Шелкового Пути. Средоточие памятников династии прошлого. Туркменистан. Жаркое сердце Средней Азии. А теперь еще и центр притяжения тюркского мира. Анау – небольшой городок Туркменистана, стал культурной столицей тюркского мира 2024 года. В корне культуры Анау, за которой многие люди сегодня с восхищением следят благодаря ее уникальному богатству, восходит к древним анатолийским цивилизациям. Наше мероприятие не ограничится одним концертом во время открытия. Эти мероприятия соберут вместе людей культуры и искусства всего тюркского мира в течение года в Анау, а также в рамках празднования 300-летия Мухтумкули Фраги. С древней тюркской цивилизацией Анау и наследием Мухтумкули познакомится не только тюркский мир, а также вся мировая общественность. Анау, как культурной столице тюркского мира, есть чем обогатить внутренний мир каждого, кто посетит его, и Туркменистан. Открытому ристалищу подобно твое чело, двум ночным светильникам подобны твои глаза, шелку подобна твоя грива, двум птицам, двум братьям подобны уши твои, несет воина к цели его стремлений твоя спина. Не буду звать тебя конем, буду звать тебя братом, ты мне лучше товарища. Это все о лошади, об особой лошади, о Халтыкинской, ее родина Туркменистан. И она главный символ этой страны. Вторая гордость Туркменистана – ковер. Предание гласит, что заветы, оставленные Угус-ханом, легендарным предком туркмен, своим сыновьям заложены в узорах туркменского ковра. В Туркменистане, где каждое племя имело свой орнамент, ковер настолько священен, что даже на флаге страны изображены ковровые орнаменты. В Туркменистане находится самое жаркое место Центральной Азии – пустыня Каракумы. А еще здесь море вкусной еды. Туркменские блюда пользуются неизменной любовью, бережно сохраняются в современный век фастфуда и являются национальным достоянием, частью менталитета народа. Туркменская культура так же ярка и многогранна, как и туркменские ковры. Она была создана народом, который всегда оставался стойким перед лицом бесчисленных трудностей и создавал свою идентичность в суровых условиях пустыни. Екатерина Токамбаева, Мухтарулы Умурбек, ТВ-15.